зачем мы сегодня собрались? Сейчас, секундочку. Сейчас я найду. А, вот. Мне пришел подарок от Герлен. Чтобы вы поняли размер пакетика. Красиво. Герлен прислал мне подарок. Мне. Я всегда думала, когда это случится? Случится ли это когда-то? И вот в 27 лет, наконец-таки, я заслужила чего-то от Вселенной. Спасибо, спасибо. Так. Герлен прислал мне подарок. Я уже об этом говорила? Почему бы и нет? Как вы думаете, что это такое? Это свеча. Это свеча. Свечечка. Вы знаете, сколько она весит? Я ее взвесила. Она весит 3 килограмма. Она весит 3 килограмма. Но как она пахнет? Пахнет весь дом. Подставочка. Знак Герлен. Вот здесь такая бархатная штука. 3 килограмма. Пальцы натруженные уже. Ты его так ставишь. Здесь 4 фитилюсечка. И можно, в принципе, никуда не ходить, ничего больше не делать. Жизнь удалась. Красота. Ну, я, короче, в полном восторге. Спасибо.